пришли в мишленовский ресторан. Он уже получил Мишлен в 2024 году. Мы так понимаем, что они просто присваивают себе Мишлен, как хотят. Настя очень долго ждала свою еду, в результате ей принесли морских пшей, а она заказала краб. Я тоже попробую обязательно. Мы их ловим с малым. Их уль собирают тут на пляже. Ем морского пша. Вот так он выглядит. Мы таких ловим на пляже. Ну, в общем, смотрите, если вы съедите креветку просто нечищенную, то примерно такой же вкус будет. Мы спросили их, ребят, как вы с такой едой смогли получить мишленовскую звезду? Они сказали, а у нас нет мишленовской звезды. Мы просто в мишленовском гайде. Тарам-пам-пам.